По традиции марш открыли утренним молебном перед войсковым собором Александра Невского. Его провел митрополит кубанский Екатеринодарский Сидор вместе с духовенством. Затем шеренги казаков маршем отправились через улицу Красную на Театральную площадь. Почетный караул вынес регалии. Парадные расчеты поприветствовал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что кубанские казаки первыми в стране поступили на государственную службу и получили земли. Наше войско стало фундаментом возрождения казачества по всей стране. День реабилитации кубанского казачества – это новая точка отсчета для десятков тысяч казачьих семей. День, который разделил жизнь на «до» и «после». 27 лет назад казаки Кубани получили право на продолжение казачьей истории, получили право на продолжение своей истории, получили право на возрождение казачьих традиций, сохранение культуры, уклада жизни. Старики всегда говорили: «Стой за правду горою, тогда и люди за тобою». Помните об этом, казаки. Как бы кому не хотелось подорвать мир и спокойствие в нашей стране, какие бы истории ни придумывались и новые санкции не изобретались, правда была, есть и будет на нашей стороне. За свою историю казачество пережило разные времена. От триумфа до забвения. А сегодня вы снова стоите на главной площади Кубани. Храните и защищайте нашу Кубань. Слава России! Слава Кубани! Слава кубанскому казачьему войску! В наши дни отношение к казачеству в корне изменилось. Сейчас уже никому не надо доказывать, что казаки – это коренной народ Кубани, от стабильности и благополучия которого зависит дальнейшее развитие и процветание нашего региона. Расширить наши возможности позволит и новый закон о развитии российского казачества. Казачество всегда было, есть и будет опорой и поддержкой государства. У нас единая цель и единое понимание того, каким путем необходимо следовать во имя процветания нашего российского народа. И никто нас не собьет с намеченного пути. После 30 залпов салютной группы по главной площади кубанской столицы прошел взвод барабанщиков. Маршировали расчеты отделов кубанского войска. Самыми важными участниками парада стали юные ученики казачьих классов. Они сейчас есть в каждой школе региона.